Ну вот, мы здесь надолго застрянем. Нагребаем сколько можем. Нам нужно сматываться! Быстро уходим! Хочу разбираться со всем этим. Привет, красотка, как ты там? Ох, Чжун, мне в жизни так плохо не было. Оу, мне жаль, Лила. Не день, а полный отстой. Пойдем выпьем, я плачу. Ага, я бы выпила сейчас стакан другой. Буду через 15 минут. Ты за рулем, прислуга. За тобой должок. Что происходит, мам? Ты в порядке? Сын, я просто устала. Ты собираешься выкинуть все эти вещи, мам? Нет, 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 нет. Послушай, у мамы был очень тяжелый день. Не хочешь к другу в гости съездить? Да, 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 да! Хорошо, через 15 минут выезжаем. Я ему позвоню. Привет, мам! Привет, пап! О, здрасте, мисс Лила. Он приедет? Ура! Я ей скажу! До свидания! Эй, Сьюзи! Мисс Лила! Нет! Выметайся отсюда! Рисунок! Прям как живой! Эй! Тебя не учили стучаться? Привет, Сьюзи. Дедушка дома? Нет, он ушел погулять. Не могла бы ты посидеть с ним сегодня? Я буду очень признательна. Хорошо, мисс Лила. Я послежу. Я вернусь позже. Увидимся. А теперь слушайте меня оба. Я, делаю домашку. Вот и нет. А вот и да. И чтобы я вас не слышала. Вам ясно? Да, Сьюзи. А про улицу вообще можете забыть! Давай бегать кругами! Пошли играть с куклами! Приветик, красотка! Хочешь, этот дружок тебя осчастливит? Не в моем вкусе. Эй! Вы чего творите? Погнали за конфетами! Наконец-то. Прикинь! Стойте, нет! Прикинь! Пошли, 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 пошли! Тебе помочь? Эй, ребятки! Можно ли просить конфеты? Сладость или гадость? Прочь с участка! Ну, мистер, это же... Вон, живо! Давай в догонялки! Мы с тобой, Рой. Да, поэтому мы и вышли. Ты гонишь! Стой! Погоди! Выиграем, зомби! Я уже им сказал отправить тело в... Эй, новичок, помой окно. Хорошо. Хорошо что? Хорошо, мистер мэр Эвермор. Не знаю, как вы сюда пробрались, но вам лучше уб... Мамуль, котик заболел. Завезу его по пути к ветеринару. Покусь! Хорошо, сынок, береги себя. Это мой сын, святой отец. И еще помню, как согревала его в объятиях. А я потеряла свое доверие к этому миру. У меня осталась лишь надежда. Я сделаю все, что в моих силах, мисс. Я буду за него молиться. Погнали в церковь! Как думаешь, что там внутри?
Как насчет призраков? Или висельников? Или, может, секты? Или вездесущие зубки существа? Извините, ребятки. Можно нам внутрь? Вам не пройти в дом Господа. Но почему, мистер... Отец Грегор. Где ваш ребенок? У меня нет детей. Тогда какой за вы отец? Как вас зовут, дети мои? Скит! Памп! Что ж, Скит и Памп, ваши костюмы — это насмешка дьявола над святилищем. Но сейчас же жуткий месяц. Зуткий тусовочный месяц. И где же ваши родители? Мои родители очень много работают. Моя мама чувствует себя не очень. Что насчет отца? Оу, я понимаю. Вам нужно прилично себя вести в глазах Господа. Я буду вас направлять. Знаю, ваши родители гордились бы вами. Если вы кому-то сделали зло, стоит извиниться. Я прослежу. Вперед, получать прощение! Нет-нет, не бегайте. Вы покалечитесь. Ходите нормально. Да не настолько нормально. Пэтти, что там с телом? Нам нужна... Пэтти? Ты там в порядке? Ее работа выглядит тяжелее, чем наша. Просто подождем снаружи. Что вы тут забыли? Мы пришли за твоим просением. Я был так близок к свиданке. Уйдите, ладно? Ты про ту девушку? Но ты трогал ее. О-о-о-о, не говорите такое, дети. Вы чего? Ты хотел пырнуть ее? Да он не... Дети, дети. Нельзя вот так просто обвинять кого-то. Чем они провинились, юноша? Они тут все разбросали, подожгли товары. Просто разрешите их родителей, ладно? Пошлите, дети, у нас еще дела. У него работа попроще. Ясно, что Рик уволился. Эй, я могу помочь. Есть свободных пару недель. Не представляешь, насколько здесь хреново. Ой, да брось, Кев. Всего лишь продажа конфет. Дело не в конфетах, Редфорд. Тогда в чем же? В них. Я уже давал вам сладости. Я не собираюсь... Чё? Ребят, что это такое? Ой, нам жаль, что мы никогда не платили. Ты прости с нас, Кевин. Ребят, все путем. Мне нужно оплачивать. А хотите бесплатных конфет? Правда? Что? Нет! Да ладно, я заплачу дети, за... Дети, не берите больше конфет. Это яд для вашего тела и исток чревоугодия. Да ладно! Вы священник? Да. А почему вы здесь? Я учу детей вести себя прилично. Во имя Господа и родителей. Он даже говорит прямо как в фильмах. И почему же старый чел тусуется с детьми? Как-то страшно. Следи за языком, юноша. Я тот, кто направит их на путь истинный. Все нормально. Кевин наш друг. Похоже, вы знакомы. Это поможет вам и вашей работе. Пойдемте, дети. Хорошо, отец Грегор. Он дал нам воду? Она святая. Ею делают вот так. Эй, хорош. Вытирай же потом. О, сработало. Пойду сгоняю за формой. Ну, вроде не так уж и плохо. Чем могу вам помочь? Да, можете взять чутка. Эй, ребятки! Здравствуйте, мистер Фрэнк! А ты кто? А вы кто, мистер Фрэнк? Я, ну, типа дяди. Запрыгивай! Не слушайте его, дети. Но он всегда нас куда-нибудь отвозит. А в один день вы не вернетесь. И ваши родители будут горевать. И я немедленно сообщу властям о вас, мистер Фрэнк. Чертов старик. Я просто хочу помочь детям.
Что теперь, дети? Ну, мы еще не каледовали. Потому что это жуткий месяц. Простите, я пришла на прием, но не могу найти врача. Буду рада помочь. Пройдемте. Спасибо, доченька. Я разорву вас на час! Так. Неужели... Убирайтесь! Мы просто хотели извиниться за беспокойство, мистер. А я тогда хочу сказать вам двоим, чтобы вы шли прочь отсюда! Но нам нужно ваше прощение! Я вас не прощаю! Прочь! Однажды вы умрете! И я лично сожгу ваши тела! Мистер! Да как ты смеешь им угрожать? Вам должно быть... Детки, пошли. Время не ждет. Почему так холодно? Вы перенесли тело по приказу мэра? Что за беспорядок? Ну ты и влипла. Вот почему нельзя никому грубить. И даже если они грубы к нам? Именно так. Оу, там Рой с друзьями! Пошли, извиним! А, класс. Ладно, дайте мне поговорить с отцом Грегором. Дети, ступайте. Ладоль! Мы с тобой. Ты же наш друг. Спасибо, ребят. Я просто хотел, чтобы все... Привет! Мы только хотели... Надрать вам зад! Это проще простого. Ой, я только рад. Мы пришли извиниться, что доставали вас. Ребята, вы ничего не сделали? Вопросов нет. А у меня есть. Еще отлично, Рой. Мы ценим твою открытость. Чего? Что ты им сказал? Я ничего не делал. Тогда почему они себя так ведут? Раз вы оба хотите, чтобы я с ними что-то сделал, я сделаю. Стой, не надо. Вот так, рады? Нет. Все нормально, ребята. Не-не-не, извинись. Что? С чего бы? Все в порядке, Роберт, не переживай. Нам пора. Ага, пока. Ау! Что ж, еще увидимся, отец. Очень скоро. Да хранит вас Бог. Что стряслось? Мы извинились! Куда дальше, дети? В больницу! Там водятся зомби! И кто же вас впустил? Никто? Вам всегда нужно просить разрешения, чтобы войти. Понятно? Да! Славно. Тогда вперед. Вам нельзя быть здесь! Простите, доктор. Все хорошо, мистер Грегор. Извините, я отец Грегор. Вы можете последить за детьми? Вы священник? Да, да, просто присмотрите за ними, прошу. Ребят, почему вы следуете за отцом? Мы хотим попасть в церковь, чтобы родители нами гордились. Мы хотим стать лучше для них. Ребят. Чтобы стать лучше, не надо притворяться. Я уверен, семья уже вами сильно гордится. И готова ради вас на все. Не нужно грустить и... Родители любят вас. Любят, несмотря ни на что. Но раз любят, то... Почему их постоянно нет?
Вам помочь? О, да, я просто напугать вас хотел, но ничего не вышло. Пойду-ка я. Можно в туалет? Эй, вход только для персонала. Проход запрещен. Привет, мистер Грегор! Что вы здесь забыли? Мы шли в туалет, а после за вами. Вы наврали властям? Совсем нет. Здесь слишком опасно вам находиться. Помогите. Здесь холодно. Глянь, это не смей говорить с дьяволом, он обманщик. Позволь мне дать им прощение. Заткнись, чудовище! Ты не будешь говорить, пока Бог не разрешит. Мы проводим экзорцизм! Держитесь подальше. Лежать, демон проклятый! Ребята, пожалуйста, помогите! Покинь это тело! Сила Господа заставит тебя! Сила Господа заставит тебя! Сила Господа тебя заставит! Сила Господа тебя заставит! Господь Иисус, Святой Бог заставит тебя покинуть этот сосуд. Уйди отсюда и возвращайся в пучину ада силой нашего Господа. Изыди! Дети, помогите мне! Смотри! Забери мою душу, священник. Это же мой! Не подходите! Он вас обманывает! Отдай мне детей, Грегор! Заткнись, лживый демон! Отдай ему детей! Как смело так просто поддаться ему! Но он наш друг! Да, мы с ним играли! Молчать! Это все часть его уловок! Отец! Вы знаете, где мама? Мне холодно. Она меня обнимала, чтобы согреть. А вы обнимете меня? Молчать. Отдай ему детей, отец. Помогите моему сыну, отец Грегор. Отдайте ему детей. Молчать! Я не поведусь на твои уловки. Назови свое имя, демон! Я поглощу твое тело! Господь призывает тебя назвать... Стоп! Не смей обижать Молоха! А я-то думал, что мы играем! Откуда вам известно его имя? Мы его призвали, но он сбежал. Неправда. Чё? Вы двое привели демона в этот мир. Заставили весь город тонуть в грехах. И для вас это игра! Пэтти? Что случилось? Ты в порядке? Я стану полицейским. Что? Да. Что ты несешь? Ты нужна нам. Джон, мне нужно легальное оружие. Ну уж нет, зачем тебе ствол? Снести здание? А сколько нам заплатят? Две бутылки пива. Я услышал 3? Думаю, ты услышал 4. Ты прав, я услышал 5. Слишком ярко. Я не буду это убирать, я увольняюсь. Освободи тело ребенка! Дети, не трогайте леденец! Всем конфетки! Ура!
дети, хватит! Что происходит? Ебаные дети! Этого мало! Лучше лазить по полу! Отец ведь тебя сейчас найдет! Иди наверх, прячься на чердаке! Впустите меня! Но ты уже внутри! О, можно спрятаться у меня дома, если... Ваши тела! Спрятаться в наших телах? Да! Что у вас непослушный сын? Не смей разговаривать так с моим сыном. Я понимаю, вы вдова, но из-за вашей беспечности ваш сын влип в неприятности. Вы даже не знаете, почему он здесь, но только и можете что пить. Вы бездарная мать. Мисс Лила, отведете меня домой, мисс Лила? Я отвезу тебя, иди сюда, малыш. Ты дедушку чуть до приступа не довел. Прости меня. У тебя все в порядке? Я просто старался стать лучше. Привет, детишки. Гляньте-ка, что прислали ваши родители. Вау, правда? Ого,
Какая разница? Их здесь нет. Мам, я не хочу, чтобы ты грустила. И я не хочу создавать тебе проблем. И... прости меня. Я исправлюсь. Я не хочу надоедать тебе. Быть где захочу!